Друзья, всем добрый вечер. Всем здравствуйте. Вижу первых присоединяющихся к нашей встрече. Всем очень рада. Видите, как получилось? Хотелось провести этот воскресный вечер с вами на таком подъеме, на радостном, приподнятом настроении, но, к сожалению, события сложились так, что приподнятого настроения нет. Но, тем не менее, я хочу с вами сегодня поговорить, я хочу с вами сегодня пообщаться на такую важную тему, которая касается нашего здоровья. Поэтому буду рада каждому, кто сейчас поставит в чате ту цифру, которую я попрошу. Значит, поставьте, пожалуйста, цифру 1. Те, кто меня уже знают какое-то время и уже пользуются какими-то моими программами. Либо на курсе у меня, либо еще где-то уже что-то покупали, какие-то продукты. Цифру 1, пожалуйста, поставьте. Поставьте цифру 2, кто меня знает, но кто еще пока не пользовался никакими моими обучающими программами и пока только присматривается. И цифру 3, пожалуйста, поставьте те, кто новенький, кто не знает меня или узнал недавно, случайно, и пока еще вообще не представляет, кто я и что я. Так, вижу, пошли циферки. Есть те, кто знают, и те, кто пользуются. Есть те, кто знают, но пока не пользуются. И вот вижу, что есть новички. Угу. Все, ребята, спасибо большое. Спасибо вам за обратную связь. Буду сегодня с удовольствием вас задавать вам вопросы. И также с удовольствием буду ждать, пока вы тоже будете в чате писать свои вопросы. У нас сегодня с вами такой вечер, что мы не только говорим, не только я говорю, да, и вы не только меня слушаете то, что я буду говорить, но мы еще с вами и общаемся. То есть все ваши вопросы, которые вы зададите сегодня в чате по этой теме, я на них буду отвечать. Так, ну начнем мы со знакомства, пожалуй. И я включаю первый слайд. Итак, знакомство. Ну, те, кто меня знают, вам представляться не надо, но все же у нас в чате есть новенькие. Вот я вижу Ульяна, Наталья, Елена. Вас очень сильно новеньких особенно приветствую, очень рада. И давайте обо мне коротко, да, кто я такая. Меня зовут Бая, мне 61, вот недавно исполнилось, я доктор натуропатии. Здесь на слайде вы видите перечень моих регалий, и я хотела бы прям очень коротко сказать, что это такое. Да? Доктор натуропатии – это не доктор медицины, это доктор, который не лечит, а учит. То есть натуропатия – это наука об оздоровлении человека естественными методами. То есть теми инструментами и способами, которые больше связаны с природой, нежели с медикаментами. Дальше вы видите, что здесь написано «Я член Международной организации натуропатов и диетологов». Да, я натуропат, и я еще и диетолог, потому что первая моя попытка войти в мир консультанта, то есть в мир оздоровления людей с помощью консультирования, был как раз выбор стать диетологом. Вот. И позже я уже выбрала дальнейшее свое обучение в Институте натуропатии и, закончив его, стала членом этой организации натуропатов и диетологов. Кроме того, что я получила образование в Институте инновационной натуропатии, Российский институт инновационной натуропатии, я стала еще и его куратором. То есть люди, которые приходят учиться в этот институт, могут выбрать меня в качестве куратора, чтобы я помогала им учиться. Так что если из вас вдруг кто-нибудь надумает
обучаться натуропатии, и не только. В этом институте есть и другие специальности, связанные с оздоровлением людей, то можете обращаться ко мне за промокодом на скидку и выбирать меня в качестве вашего куратора. Далее, еще одна моя регалия – это сертифицированный специалист по эфирным маслам. В 2021 году я начала изучать эфирные масла и внедрила их в свою практику доктора натуропатии. Вот, и сделала их неотъемлемой частью моей деятельности. Вот, соответственно, я тоже получила некоторое образование в этой области. У меня есть сертификат специалиста по эфирным маслам. Но я на этом не собираюсь останавливаться. И это та область, которая меня очень интересует, где я хочу развиваться дальше. Я автор книг о естественном питании и очищении организма. И вот те из вас, кто поставили единички, они знают, что у меня есть 4 книги, которые вобрали в себя не только теорию по естественному оздоровлению, но и мой практический опыт. Потому что я не только и не столько теоретик, сколько я практик. То есть все, чему я учу, это отработано мной на собственном опыте. Поэтому и книги мои писались тоже на основе моего собственного опыта. И поэтому все, что там написано, это все пережито и прочувствовано мной. И все выводы, которые сделаны в этих книгах, я в них уверена и убеждена на 1000%, что это совершенно правильные выводы. Потому что я получила хорошие результаты в результате своей практики и то же самое рекомендую и моим подопечным. Ну и, наконец, я создатель онлайн-школы питания, здоровья и жизнь, и вы сейчас, собственно, находитесь в этой школе. Это вебинарная комната, где мы сейчас с вами общаемся, она находится как раз в моей онлайн-школе питания, здоровья и жизнь. У меня несколько курсов на тему здоровья, книги, как я уже сказала, и различные там гайды, инструкции и прочее. Ну и, в частности, вот вебинары мы тоже проводим здесь, на этой базе. Так, ну вот, я коротко о себе рассказала. Давайте теперь немножко окунемся, вот те, кто меня не знают, почему я так уверена в тех знаниях, которые я несу людям, потому что я прошла это на собственном опыте, и вот этот опыт вы сейчас видите на следующем слайде. То есть у меня есть свои собственные до и после, и я не стесняюсь их показывать никогда, никому и нигде. Несмотря на то, что, может быть, был период, когда я не очень хорошо выглядела и не очень хорошо себя чувствовала. И, в частности, по желудочно-кишечному тракту у меня тоже были некоторые проблемы. И, в частности, одна из проблем, которая волнует многих, это живот, который выпячивается, и вы прекрасно это видите вот на этом слайде, да, там, где мои до. Это все было до 2016 года. То есть я была обычным совершенно человеком, женщиной, да, которая была сначала стройная, потом она с возрастом начала терять свою стройность, начала терять здоровье, и к 53 годам я превратилась в такую самую типичную женщину, которая имеет лишний вес, которая имеет типичные проявления климакса, имеет уже ряд заболеваний, с которым безуспешно борется. Ну и вот в таком возрасте я была до 53 лет. Поскольку наша с вами сегодняшняя встреча, она посвящена проблемам с животом, то я вам сразу хочу сказать, что вот все вот эти моменты негативные, которые я перечислила, лишний вес, жесткие проявления климакса, вот то, что вы видите на слайде, этот артрит, остеохондроз, мигрень, варикоз, хронический ринит и так далее, все это связано с некорректной работой кишечника. И сегодня вы узнаете, как это связано. Так что это все я не просто так, да, вам говорю, а об этом встает речь вот сейчас, как о последствиях некорректной работы кишечника. То, с чем мы будем сегодня разбираться.
И вот наступил 2016 год, и вы видите рядом фото, да, где я уже на снегу, вот в черном купальнике. Это уже спустя буквально несколько месяцев после с того момента, когда я начала работать со своим животом, со своей микрофлорой в частности, а в общем и целом со своим питанием и еще более в общем со своим организмом. То есть это вот такая цепочка мероприятий, которые, ну, они все увязаны одно с другим, одно вытекает из другого, но в общем и целом все это идет из, начинается с работы с животом. Вот, то есть это было уже через несколько месяцев, это уже было минус 20 килограмм, это уже был минус выпячивающийся живот, и это было минус вот все те неприятные явления, да, которые описаны в этом слайде. То есть все эти симптомы и симптомы заболевания и плохое самочувствие. Все это оказалось позади буквально через несколько месяцев работы над собой. Итак, значит, в чем заключалась суть вот этой работы над собой? Она заключалась в работе со своим кишечником. Вы знаете, когда я, ну, часто там где-нибудь на Ютубе рассказываю, да, что-то там, как я работала с собой, какие-то посты пишу, и выкладываю свои до и после, я нередко получаю такие, знаете, как тип комментарии, такие с некоторым подколом, да, как бы там с подколкой или с упреком, типа, что вы там тут рассказываете про питание, мы же знаем, что вы условно голодали. Или наоборот, да, пишут там, но вы же не только с помощью условного голодания добились, да, таких результатов, вы же еще и питание свое перестраивали. То есть люди понимают, что здесь был задействован ряд мероприятий, которые все сводились к работе с кишечником. Именно с кишечником. И вот теперь давайте перейдем на слайд про кишечник. Обратите внимание, что я с вами буду говорить на уровне тонкого кишечника. Я надеюсь, вы все знаете, что наш кишечник, он состоит из разных отделов. Есть большой отдел тонкого кишечника и есть отдел толстого кишечника. Вот когда я говорю про то, что загрязняется кишечник, очень многие думают, что я имею в виду толстый кишечник, в котором идет у нас образование кала и с которым многие делают такое мероприятие, как колоноскопия, делают мониторинг кишечника, да, обследуют и говорят: а вы знаете, у меня там ничего не нашли. У меня в кишечнике все чисто и гладко. Но при этом люди как раз и говорят про толстый кишечник. То есть это отдел, который состоит из восходящей, поперечно-ободочной и нисходящей отдела. И это именно тот отдел, который нас сегодня, в данный момент, он нас не интересует. Потому что там все очень просто. Там идет образование кала, дальше кал выводится наружу, и там все очень просто и понятно. Но мы с вами сегодня говорим про тонкий кишечник и про процессы, происходящие в нем. Почему? Потому что посмотрите на этот рисунок и посмотрите, сколько метров занимает тонкий кишечник. Если его, ну, в длину, да, вытянуть, то это 6-7 метров. То есть это сильно больше, чем толстый кишечник. Кроме того, посмотрите, как этот длинный кишечник, тонкий, свернут, упакован, да, и укомплектован вот в это узкое пространство наш живот. Ведь наш живот, если так разобраться, он занимает совсем, ну, небольшое пространство. То есть вот вы две ладони возьмете, да, положите себе на область тонкого кишечника, это, собственно, и все.
что занимает по-настоящему тонкий кишечник. А вот те, у кого живот уже сильно больше, чем две ладони, подумайте теперь, что у вас там есть, кроме тонкого кишечника, да? Вот с этим нам нужно разбираться. А что там такое есть, что живот вот так растет? Откуда это все берется? Что нам с этим делать? Так вот, посмотрите, тонкий кишечник. Вы видите, как плотненько, да, все друг к другу прилегает. Вот эти вот все-все-все отделы тонкого кишечника. И теперь подумайте, когда живот у вас вырастает, да, до неприличных, приличных или неприличных объемов, как это все сказывается на состоянии тонкого кишечника? Что он при этом испытывает? Я думаю, становится понятно, да, что он испытывает ужасное давление. Давление. И у вас возникает чувство тяжести. Чувство тяжести не только в животе, но и вообще в жизни. Вот поставьте плюс, кто часто испытывает чувство тяжести не только после еды, но и между приемом пищи, ну и вообще в какое-либо время дня у вас есть тяжесть в животе. Поставьте плюсики. Вот то, что я вам сейчас сказала, это еще не все, да, то, что вот, это тонкий кишечник, очень длинный, что там очень все плотно прилегает, и что при сдавливании этой части нашего организма мы испытываем тяжесть. И вот уже я вижу, пошли первые плюсики. И причем даже от тех людей, которых я знаю уже давно, и что вы до сих пор не смогли установить легкость в своем животе. Но я это прям воспринимаю как камень в свой огород. Ребята, ну я вас уже столько времени учу, как делать живот легким, и все еще пока вам никак это не удается. Ну, тем более тогда молодцы, что вы пришли на этот вебинар, чтобы еще раз нам хорошо с вами разобраться, да, как же избавиться вот от этой тяжести в животе. Так, ну вот это еще не все. Теперь посмотрите на нижнюю часть рисунка, на котором написано «кишечные ворсинки». Вот чтобы вы понимали, да, как устроен тонкий кишечник. Я об этом очень часто говорю, но, возможно, это ускользает мимо ваших ушей. Давайте еще раз в это окунемся. Тонкий кишечник, он изнутри, он не гладкий, он абсолютно не гладкий, он не как шланг. Он скорее как махровый коврик. Вот посмотрите на этот рисунок, где изображены кишечные ворсинки. Эти ворсинки покрывают абсолютно всю внутреннюю часть тонкого кишечника на всем его протяжении. Для чего они нужны? Дело в том, что в тонком кишечнике происходят процессы, которые связаны с перевариванием пищи. В частности, выделяются ферменты для переваривания пищи. И пища в тонком кишечнике раскладывается на мельчайшие атомы. И тонкий кишечник забирает из этой пищи питательные вещества и направляет их в кровеносное русло именно через эти вот ворсинки. То есть каждая ворсинка имеет внутри себя канал. Или каналец, да, такое тоненькое-тоненькое отверстие. Если вы внимательно посмотрите на этот слайд, вы увидите, что ворсиночка внутри себя имеет такое тоненькое, нитевидное, как бы, вот именно как канал, да, тоненький нитевидный канал. И вот через этот канал, это очень микроскопическое, запись идет вебинара. Очень микроскопический канал. И, конечно, то, что мы видим сейчас на картинке, это в увеличенном формате. Так вот, питательные вещества проникают в кровь, в кровеносное русло, через эти ворсинки. На конце каждой ворсинки находится маленькая-маленькая пора, то есть маленькое отверстие. И вот через это отверстие кишечник выкидывает питательные вещества в кровь. Ну а дальше кровь уже забирает эти питательные вещества и разносит их по всему вашему организму. То есть вот таким образом
у нас организм питается. Наши клетки получают питание с помощью кровеносной системы. И теперь вы уже понимаете, откуда берется это питание. То есть вот то, что вы поели, то, что вы положили в себя, вот ровно то идет на ваше клеточное питание. Ровно тем кормится ваш организм. То есть положили вы в себя, скажем, салатик из капусты и курочку запеченную, ну вот, вот и думайте, что да, организм забрал, какие питательные вещества из этого мяса, да, из этого салатика. Если же вы положили в себя какую-нибудь дешевую конфету, состоящую из пальмового масла, там какого-нибудь соевого белка, искусственных красителей, искусственных ароматизаторов и сахара, то вот и думайте, что получил ваш организм, ваши клеточки в качестве питания. Какое там питание в этой конфете, да? Это вот ваш чаек со сладким в ежедневном формате, которое очень многие любят. Вот, да? То есть понимаем, чем мы кормим клетки. Теперь смотрите, если наш тонкий кишечник вместе со всеми его ворсиночками разложить в один большой ковер, то этот ковер будет площадью больше 40 квадратных метров. То есть, чтобы вы понимали, вот, скажем, ворсиночка, да, и дальше мы раскладываем каждую ворсиночку вот так, берем и разбираем ее в плоскость, да, и раскладываем всю поверхность кишечника в плоскость, то мы получаем комнату больше 40 квадратных метров. Вот скажите, да, поставьте плюсик, у кого есть в вашей квартире или в вашем доме комната больше 40 квадратных метров. То есть представьте себе эту комнату, вот скажем, без мебели, да, вот просто комната, и вас в этой комнате, лягте на пол в этой комнате, и вот представьте, вот 40 квадратных метров ваша комната, представили? И вот вы лежите на полу. Вот теперь представьте, что вот весь этот ковер, на котором вы лежите, да, его нужно свернуть и поместить в ваш живот. Представили себе? Как вам эта картинка? То есть вы представляете, насколько огромен завод, пищеварительный завод по переработке пищи, который находится внутри вас. Я к чему это все рассказываю? К тому, чтобы вы понимали, насколько огромна роль тонкого кишечника в нашей жизни, в наших пищеварительных процессах и в вашем самочувствии и здоровье. Вот такую огромную площадь организм отводит на то, чтобы вот этот весь объем он вас питал. Вот с этого всего объема, вот с этой площади поступают питательные вещества в ваш организм. Вот чтобы я понимала, ну, вы, как я понятно объясняю вам, поставьте мне там плюс, да, что понятно, да. Но чтобы я понимала, идти мне дальше или мне нужно что-то еще здесь разжевать. Если у вас по ходу какие-то вопросы возникают, вы, пожалуйста, не стесняйтесь их задавать. Прямо в чате по ходу. Если мы не будем разбирать по ходу, то потом может не всплыть. Вот, понятно, хорошо, отлично, значит, все понятно. Так, теперь понимаете, да, что тонкий кишечник – это наиважнейшая часть в нашем организме, и что мы должны особенно тщательно следить за состоянием этой части нашего организма. Так, дальше, хорошо, спасибо. Будем разбираться дальше. Все вы знаете, что в кишечнике живут бактерии. Бактерии – это неизбежная составляющая жизни человека. То есть мы, люди, мы состоим из бактерий, причем на очень большой процент. Кто-то знает, кто-то не знает, на всякий случай скажу, что 90% нашего тела и организма в том числе, принадлежит бактериям.
их очень много. И, естественно, кишечник, как огромная, да, часть, огромнейшая часть нашего тела, нашего организма, тоже заселена бактериями. Но дело в том, что бактерии есть разных видов. И вы, конечно же, знаете про то, что есть здоровые бактерии и есть патогенные бактерии. То есть здоровая микрофлора и патогенная микрофлора. Именно так называются, ну, такая две большие группы бактерий, которые живут в нашем кишечнике. Так, дальше едем. Значит, здесь вот у меня на слайде написано, что бактерии бывают пристеночные и полостные. И вот сейчас на следующем слайде мы начнем разбираться, что это за пристеночные и что это за полостные. Ну, смотрите, здесь в такой немножко мультяшной форме, да, изображен тонкий кишечник и микрофлора его населяющая. И, кстати, здесь вот так очень довольно красочно изображены вот те самые ворсинки. Ворсинки, из которых состоит изнутри тонкий кишечник. Значит так, здоровая микрофлора, патогенная микрофлора – это бактерии, которые живут либо на стеночках кишечника, либо в полости кишечника. Значит так, бактерии, которые живут на стеночках кишечника, называются пристеночными, ну, потому что они при стенках. И это по большей части здоровая микрофлора. То есть полезные бактерии, которые являются для нас неотъемлемой частью нашего организма. То есть, по сути, это составная часть организма. Вот это то, как я вам сказала, что мы состоим из бактерий на 90% по умолчанию. То есть это нормально. Это абсолютно нормально, что мы состоим из бактерий. Поэтому бактерии, живущие на стеночках кишечника, которые называются пристеночными или здоровыми, да, или полезными бактериями, являются естественной составляющей нашего организма. И поэтому мы должны тщательно заботиться о том, чтобы их жизнь, их жизнедеятельность поддерживалась очень хорошими условиями. Сейчас про эти условия мы будем говорить дальше. Понятно, да? Это пристеночная микрофлора. Дальше, следующий вид бактерий – это полостные бактерии. И вот вы на рисунке их видите, вот в черной, такой, в темной полости, да, там такая большая такая зеленая клякса, как бы, да, это вот полостная бактерия. Это как раз есть патогенная микрофлора. Ну, ребят, конечно, я думаю, вы понимаете, что это так довольно все условно, да, так немножко по-мультяшному, но в общем и целом это дает вам понимание о том, что происходит у вас в тонком кишечнике. Так вот, патогенная микрофлора, которая на самом деле является, она потому и называется патогенная, что она вызывает различные патологические процессы, в том числе воспалительный процесс. То есть понятно, что этих бактерий как бы по умолчанию быть не должно в кишечнике. Но по факту они там присутствуют. Почему они присутствуют, тоже будем сейчас разбираться. Такие бактерии патогенные, да, которые живут в полости, они болтаются в полости, и от них довольно легко избавиться. И вот это, как бы вам сейчас карты в руки, да, или флаг в руки, чтобы вы понимали, что на самом деле избавиться от патогенной микрофлоры довольно легко, а избавиться от полезной микрофлоры практически невозможно. Ну, то есть если только вы сами не будете целенаправленно действовать какие-то очень зловредные действия для себя, чтобы от нее избавиться. Я к чему вот это вот так все разжевываю и подробно вам объясняю? Для того, чтобы вы понимали, мои дорогие, вы сами, своими руками, своими действиями, своими мозгами можете себе обустроить все так в вашем кишечнике, чтобы у вас не было патогенной микрофлоры, не было у вас вздутий, метеоризма, не было никаких спазмов, коликов, болей и так далее, и так далее. То есть от всех неблагоприятных процессов в кишечнике вы сами можете избавиться.
Я не говорю, что это очень быстрое избавление, но поработав, скажем, дней 10, да, как я заявила в названии нашего вебинара, вы уже можете почувствовать на себе, как состояние очень сильно меняется в положительную сторону. Причем очень сильно, если действовать грамотно. Так, дальше. Что нам, я вам уже сказала, что патогенная микрофлора дает нам патологические процессы. Что они из себя представляют? Это воспалительные процессы, которые образуются на фоне процессов брожения и гниения. Теперь настал момент нам с вами рассмотреть эти два процесса – брожение и гниение. Вот уже сами названия, да, этих процессов говорят о том, что это что-то явно ненормальное. Да? То есть гниение – это совершенно точно ненормальное. Брожение тоже. Мы понимаем, что за этим процессом стоит некоторые неприятные симптомы, и мы понимаем, что, по идее, этого быть не должно. Но по факту мы, современные люди, являемся носителями вот этой самой патогенной микрофлоры и этих процессов патологических брожений и гниений. Теперь давайте разбираться, откуда в тонком кишечнике у человека брожение и гниение. Я думаю, все прекрасно понимают, что если бы питание было совершенно правильным, здоровым, то ни брожения, ни гниения не было, и патогенной микрофлоры тоже бы не было. Соответственно, не было бы у вас никаких неприятных последствий, да? Ни боли, ни болезней, ни вздутий и так далее. Давайте разбираться, откуда у вас процессы брожения и гниения. Переходим к следующему слайду, и вы видите здесь картиночку, на которой изображено очень много продуктов. Как видите, здесь изображены практически все основные продукты питания, которые присутствуют у человека современного, в нашей жизни, и у вас в том числе. Это и большое разнообразие мучных изделий, это всякие хлеба, булочки, выпечки, это всякие макарончики, картошечка, крахмалистая еда, это и все производные, да, все, что можно сделать из муки. Это большой спектр сырых овощей и фруктов. Благо, сегодня у нас так поставлена логистика, что мы в круглый год имеем любые, практически любые фрукты и овощи там, из разных частей света. Ну, конечно, вопрос, какого они качества, это да. Но то, что мы их имеем, это неоспоримо. Дальше мы имеем большой спектр мяса и мясных продуктов. Это и птица, и мясо животных, и рыба, и яйца, и молочная продукция, и самые разные колбасные изделия, да, все, что придумано человеком, уже сделано из мяса и не из мяса. И молочная продукция в большом ассортименте. Тут тебе и творог, тут тебе и молоко, и кефир, и простокваша, и ряженка, и сырки такие, и сырки другие. Вот. Ну и, конечно, это всевозможные сладости, конфеты, шоколад и так далее, и так далее. То есть вот он, спектр. Как видите, это очень большой спектр еды, который присутствует на столе современного человека. А теперь представьте себе человека, скажем так, первобытного или первозданного, того, который был самым первым, да, и того, кто явился первым первозданным произведением, да, высшего разума, да, или высших сил, кто нас создал. Я думаю, что это понятно, что вот этого всего у первозданного человека не было. Вот что из этого большого круга продуктов можно отнести к питанию первозданного человека? Вот напишите прямо в чате, что, какой вид еды вот из этого круга вы считаете, был доступен первозданному, первому, да, или первобытному человеку. Вот давайте посмотрим, что вы сейчас напишете.
наше традиционное питание, вот, ну, обычное питание, которым питаются, наверное, 90% населения Земли, это питание, которое включает в себя всю вот эту гамму продуктов. Вот все то, что изображено здесь, и даже, наверное, больше, чем изображено здесь, потому что здесь изображены в основном такие, ну, я бы сказала, более-менее такие полезные продукты, да, которые все-таки можно назвать продуктами питания. Но здесь не изображено, скажем, нету чипсов, нету какой-то там непонятной еды, да, которая там сделана по большей части из каких-то там, из какой-то химии. То есть, ну, такие вот совершенно продвинутые продукты, которые продуктами можно назвать в кавычках. Ну, вот я вижу, появились ваши ответы, и вы пишете, конечно же, это овощи, фрукты, плоды, зелень, совершенно верно. Это мясо, я с вами согласна, это дичь, совершенно верно, яйца, правильно, Анна, да, и правильно, Дмитрий, да, и сырые овощи, сырое мясо и рыба, совершенно верно. Ксения, да, мясо, трава, да, то есть вот вы совершенно правильно описали все то, чем, по идее, питался, как мы предполагаем, да, первый человек. А теперь сравните себя с этим первым человеком. Чем вы от них отличаетесь? Вы отличаетесь только тем, что вы стали более цивилизованными и что вы стали потреблять продукты, которые являются следствием цивилизации, да? То есть человеческого разума, человеческого труда, человеческого цивилизованного подхода к современному питанию. То есть вы ушли далеко от вот той первозданной пищи, которой питался первый человек. Вот, Ксения, совершенно верно. Мы ушли в сторону обжорства, да, вот от той первозданной пищи, которая была человеку уготована, ну, по его рождению, по его определению, по его, так сказать, ну, принадлежности, да, к виду человек. И вот сейчас, когда вы вот это вы все поняли, да, вы все осознали, ведь нельзя же сказать, что вы этого раньше не знали. Ну, согласитесь, да, что вы это знали, вам это понятно. Это, когда мы включаем разум, да, и включаем логику, это становится очень понятным, что это действительно так, что именно сырая растительная пища и какие-то там виды животной еды, которые на самом деле являются животной, да, не сосиска, а именно птичка, да, именно рыбка, именно там какое-то животное, какая-то дичь, являются естественной едой для человека. То есть вы это знали, но вы это забываете, вы это постоянно забываете, когда вы живете в современном мире, потому что у вас глаз замылен, потому что вы привыкли видеть на прилавках магазинов вот это вот самое разнообразие, вот эти вот сосиски, колбаски, всякие там сырки и прочие, макарошки и прочие булочки. Вы привыкли, что это является сейчас едой, да, продуктами, и вы это покупаете, и вы из этого готовите. И вы думаете, что если вы сегодня там не купите себе булочку, гречку или какую-нибудь вкусную колбаску или там еще кусочек сыра, вы себе этого не дадите сегодня в течение дня, то, вероятно, вы как-то пострадаете от этого, да, и ваш рацион как-то обеднится, и вы получите какие-то дефициты. Ведь вы же это думаете. Но на самом деле это не так. Вот то, что вы назвали естественным питанием для человека, вот в этом питании как раз и содержатся основные питательные вещества. Белки, жиры, углеводы, витамины, минералы. Вот. Это все, что нам нужно, да? Белки есть в животной пище, жиры есть в животной пище, углеводы есть в сырой растительной пище, витамины есть и там, минералы есть в сырой растительной пище больше, чем
чем достаточно. И это все, что нам нужно. Но мы стали жертвой цивилизации. Так, это один момент, да, вот сейчас, вот этот момент вы себе очень четко прям вот пропишите в своих на своих полочках, да, разложите, что вам, если вы сейчас, да, слушаете меня, если я для вас все-таки являюсь каким-то, ну, более-менее там авторитетом, вот возьмите эту мысль себе на вооружение, вот я живу с этой мыслью, я живу и питаюсь с этой мыслью вот уже 8 лет. Я всегда прихожу в магазин или на рынок, и я смотрю, где моя естественная еда. То есть где мои фрукты и овощи, и где мои эти птички, рыбки и яички. Вот. Так, дальше. Теперь будем двигаться к тому, как же все это, вот это вот многообразие еды запускает процесс брожения и гниения. Вот когда я была вот на этом... в слайде, да, вот в купальничке, это вот, ну, я имею в виду вот это, на берегу моря, да, где я сижу, ну, видно, что здесь вот женщина с животиком, такая вот пухленькая, щечки набитые. Это здесь, наверное, примерно год 2013, по-моему, если я не ошибаюсь, или 2014. То есть здесь мне где-то там за 50 уже. И вот я помню, что у меня там рядом за мной, она в кадр не вошла, стоит бутылочка с пивом. Понимаете? То есть это был период, когда я вообще не отдавала себе отчета, что я ем, что я пью. Я ела все. Я любила попить пиво, там, закусить рыбкой, шашлычком, потом поесть конфет, возможно, еще фруктов. Это человек перед вами, да, который безумно любит мучное, мучное вечером. Это человек, который просыпается ночью и кушает ночью еще какие-нибудь сырочки творожные. То есть, когда у меня не было вообще в голове никакой системы и никаких знаний, и я так же, как и многие люди, не понимала, что такое, ну, естественное питание для человека, да, я не задумывалась об этом. Меня никто не учил этому, мне никто не объяснял, что нужно вот так еду разделять. То вот он результат был перед вами, да, что я ела все подряд, и, естественно, вот в этом животике, в пухлом, конечно, были процессы и брожения, и гниения. Давайте вернемся к нашему слайду. Значит, смотрите, как образуются вот эти самые процессы брожения и гниения. Именно они вызывают ваши все ну, плохие симптомы, да, в ваших животах. Вот у вас сектор с мучным разделом. Я думаю, что многие из вас, ну, особенно те, кто новички, наверняка начинают свое утро с каких-нибудь бутербродов, возможно, с каши. И многие из вас думают, что каша, наверное, полезнее, чем бутерброды, да? Чем хлеб там с колбасой, с сыром, еще с чем-нибудь там, с икрой, с рыбой. Но на самом деле это, по сути, одно и то же. Что вы кашу съедите, что вы съедите кусок батона там, да, с чем-нибудь. Одно и то же, вы съели крахмалы. То есть вот этот сектор желтый, да, где мучное все, это сектор крахмалистый. Так вот, вы, наверное, никогда об этом, ну, не задумываетесь, но у разных видов еды есть своя скорость расщепления и передвижение по кишечнику. Вот крахмалы – это продукты, у которых скорость расщепления, ну, довольно низкая. То есть это медленные продукты. Их даже, там, допустим, каши, да, называют медленные углеводы, потому что они не так быстро расщепляются. Естественно, эти крахмалы в кишечнике превращаются в некое подобие клея, клейстер, да, потому что это мука. Потому что вспомните, чем раньше клеили обои, когда не было обойного клея. Клеили мукой, муку или там разводили, да, в воде, и вот этой вот вещью, этим клейстером клеили обои. И обои, между прочим, держались очень даже неплохо на стенах, да,
Вот я лично помню, не знаю, вы помните или нет, вот, может, ваши мамы, там, бабушки клеили обои именно вот таким мастером из муки. Я, например, помню, мы клеили. Это потом уже появился обойный клей. Так вот, когда вы запиваете чаем, да, или там чем-то, кофе, свой бутерброд или свою кашу, все это в жидком, теплом состоянии у вас лежит в желудке, потом переползает тонкий кишечник, и в тонком кишечнике это превращается вот в тот самый клейстер, которым наши мамы и бабушки клеили обои на стену. А теперь вспомните про наш кишечник, тонкий кишечник, у которого ворсинчатая часть, вот эти ворсиночки, да? Ну, либо вот эту вот часть, вспомните, да? Наши ворсиночки тонкого кишечника. Что будет с этими ворсиночками, если они будут подвергаться вот этой клейстерной атаке? Вот, клей, правильно, клей – это жесть. Клей – это то, что прилипает. Правильно, Эльвира? Да. Значит, наш клейстер, который мы съели утром, да, там чай, кофе с булочкой и с кашей, превратился в крахмал, в клейстер, в кишечники и стал прилипать к ворсиночкам тонкого кишечника. В результате наш коврик махровый в тонком кишечнике стал липким, клейким. И поскольку ворсиночки, они же все-таки довольно часто, да, расположены друг к другу на протяжении всего тонкого кишечника, то этот клейстер, он застревает между этими ворсиночками, вот просто вот я прям показываю на пальцах, да, вот так застревает, он их обволакивает. И, конечно, он там застревает надолго. Так, понятно, да? Все, получили клейстерную картину. Значит, клейстер, который обволакивает ворсиночки тонкого кишечника, там прилипает. Конечно, какая-то часть вот этой крахмалистой еды идет дальше, да, по кишечнику, она там как-то худо-бедно переваривается, потом там выводится, но какая-то часть задерживается между ворсиночками. А теперь, значит, проходит какое-то время после завтрака, до обеда еще у вас есть время, вам еще некогда пообедать, а вам хочется перекусить. Ну вот на работе, например, да, вы берете из вот этой зеленой, да, овощной группы какой-нибудь продукт, например, яблочко или там виноградика, кисточку, и вы перекусываете. И между тем, да, Елена, тушеные овощи тоже превращаются в клейстер, потому что любые овощи, которые перетерпели термическую обработку, они становятся крахмалами. То есть, ребята, все, что мы варим, тушим, жарим, парим, то есть подвергаем термической обработке, превращается в крахмал. Будь то крупа, будь то картошка, будь то свекла, морковь, ну, что там, всякие там перцы, баклажаны. Все, что мы варим, все превращается в крахмалы. А крахмалы превращаются в клейстер. Итак, мы взяли веточку винограда и в перекус ее запустили в свой желудочно-кишечный тракт. Но при этом мы не знаем, что оказывается у фруктов скорость расщепления и скорость передвижения по кишечнику очень высокая. То есть очень, ну, если, скажем, клейстер тащится со скоростью, образно говоря, 5 километров в час, как пешеход, да, то виноград понесется со скоростью 100 километров в час, как хороший легковой автомобиль. Как вы думаете, поставьте мне плюс, догонит виноград от этого клейстерный комок? Если догонит, ставьте плюс. Если не догонит, ставьте минус, да, учитывая, что скорость у них разная. Догонит ли виноград, или яблоко, или мандарин вот эту вот клейстерную кашу? Прямо как в школе, да, сейчас разбираем эту ситуацию, чтобы понимать, что происходит у вас в тонких кишечниках. Догонит. Правильно, Елена. Конечно, виноград догонит клейстерную кашу. Совершенно верно. И что будет? Правильно. Молодцы. Все вы понимаете. Вы все прекрасно понимаете, ваши плюсики об этом говорят. И что будет, когда виноград догонит клейстерную кашу?
чтобы вам убедиться в том, что будет при этом, догонит и застрянет в клейстере, да, Валентина? Вот чтобы понять, что будет с этой кашей, возьмите, сделайте такой эксперимент. Возьмите кашу, ну вот какую-нибудь овсяную кашу сварите, да? Возьмите виноград, раздавите, соедините вместе виноград и кашу, вот так разболтайте, ну в какую-нибудь там баночку, да, себе. Поставьте на батарейку и подержите там, ну, примерно в сутки. Посмотрите потом, что будет с этой массой. Совершенно верно, любовь, будет брожение. Да, Мария, они обнимутся и будут бродить. Когда вы откроете баночку, вы увидите, что там, там будут бульки, пузырьки, там будут выделяться газы, и там будет такое все какое-то, знаете, похожее на сопли, вот такое, извините, да, такое склизкое, такое скользкое. Вот это прям можно будет даже вот так взять и посмотреть, как это все тянется, вот это вот сопли, да, вот это вот слизь. Вот, мы с вами подошли к процессу брожения, который вы запускаете в своем кишечнике, в тонком кишечнике каждый день, в ежедневном формате, на протяжении всей своей жизни, до тех пор, пока вы не знаете, что такое скорость расщепления разных продуктов, и что такое естественное питание, и что такое процесс брожения в тонком кишечнике. И вот теперь, я думаю, вы сами можете прекрасно ответить на вопрос, почему вас все время пучит, почему у вас вздутие, почему у вас метеоризм. Почему вы не знаете, куда вам деваться от газов? И почему вы живете в этой ситуации уже несколько лет? В ситуации вздутого живота, дикого метеоризма, от которого вы уже просто задолбались, не знаете, как избавиться. И пьете там и спумезан, и пьете уголь, и я не знаю, что вы там еще пьете, там какие-нибудь омезы, а ничего вам не помогает. Почему? Потому что вы постоянно поддерживаете эти процессы. Постоянно пихаете между клейстерными приемами пищи, постоянно пихаете вот эти вот самые веточки винограда, яблочки, груши, апельсинчики, мандаринчики и прочее-прочее. Манго, бананы и так далее. А некоторые еще, да не некоторые, а многие думают, что они делают очень полезное дело, когда они конфетки к чаю заменяют сухофруктами. То есть покушал кашки, там, да, бутербродик утром, а потом чайку захотелось. Нет, конфетку есть я не буду, да, я же не враг себе. Я лучше съем финик или я лучше съем там чернослив и курагу. И вот пьют чай с черносливом и курагой. А это те же самые фрукты. И они точно так же имеют очень высокую скорость передвижения, и они точно так же запускают процесс брожения в вашем кишечнике. И у вас снова вздутие, и вы опять не знаете, куда вам деваться от ваших газов. И живот вздувается до неимоверных размеров. А еще потом у вас со стулом непорядки, да? То разбрызгивается по ободку унитаза, то там вообще не пойми что, какой-то дисбактериоз случается. Ну а как же не будет дисбактериоза, если ваши полостные бактерии, они только и ждут, чтобы получить порцию вот такого хорошего питания. Итак, что является хорошим питанием для патогенной микрофлоры? Вот эта самая слизь, да, вот эти самые отходы, которые появляются в результате процесса брожения, а еще гниения. Гниение сейчас будем разбирать. Вот вы создаете среду для процветания вашей патогенной микрофлоры. И поэтому у вас воспалительный процесс в кишечнике. Поэтому у вас могут быть и колиты, и могут и другие органы пищеварения воспаляться, да, и вы получаете там различные диагнозы вам ставят, да, и вы потом принимаете их как должное, а между тем вы их сами создали вот этими благоприятными условиями. А чем же тогда питается здоровая микрофлора? А здоровая микрофлора питается как раз растительной клетчаткой, которые находятся вот в этом вот секторе большом, сырые овощи и фрукты. Клетчатка – это то, из чего состоит сырая растительная пища, кроме сока.
то есть составляют сырую растительную пищу, ее составляющие – это сок и клетчатка. То есть клетчатка – это волокна, а сок – это то, что находится между волокнами. Так вот, когда вы съедаете сочный фрукт, да, или сочный сырой овощ, там какой-то салат, вы это съедаете, вы питаетесь отсюда, из сырой растительной пищи, только соком. Только соком. И вот именно в соке и находятся полезные витамины, там макроэлементы, да, вот эти все минералы. Вот, и это очень полезная еда, потому что вы оттуда добываете вот эти питательные вещества прям вот непосредственно очень быстро, получая их из сока. А вся клетчатка, которая является волокнами, она идет на корм полезным бактериям. И вот теперь вы, особенно кто поставил цифру 3 в самом начале, кто меня не знает, да, кто только начинает со мной знакомиться, напишите в чате, какой процент у вас в вашем рационе занимает сырая растительная пища. Ну вот берем, да, за 100% всю еду, которую у вас в дне. Напишите, пожалуйста, в чате, ну можете все написать, какой процент у вас занимает в вашем дне сырая растительная пища. Вот сейчас напишите и посмотрим, да, что можно ждать от этого процента. То есть вареная и сырая. Да? Вот мы сейчас делим на две части вашу всю еду. Вся термически приготовленная еда, ну, включая и каши, там, и мясо, и хлеб, и, в общем, все, что варится. Да? И сырая. Вот сырая сколько? Так, 40%, 10%, 70% вот у Анны. Это вообще герои. Мария 70, Любовь 70, ну это вообще супер. 20, это уже, конечно, не важнецко. Квашеная капуста и овощи – это сырая растительная, потому что там клетчатка сохранена. 60, 70 – это отлично. 15 – это уже, конечно, намного хуже. 70 – замечательно. 30 – маловато. 5% сырая пища. Елена, серьезно, что ли? Я не верю своим глазам. Ты же у меня на курсе. Как у тебя 5% может быть сырой растительной пищи? Не может. Ксения, 15, тоже не верю. Не может быть. Должно быть больше. Вот, ребята, понимаете? Вот, вот, смотрите, вот мы сейчас оперируем цифрами, да, и все становится понятным. Чем меньше у вас процент сырой растительной пищи, тем медленнее идут ваши процессы пищеварения. Потому что, как вы уже поняли, когда идет сырая растительная пища по пищеварительному тракту, у вас процесс расщепления ее очень быстрый. Она быстро идет по пищеварительному тракту. У нас даже есть 0% сырой растительной пищи. Ну, Денис, у вас с вами все плохо. Надо изменять срочно эту ситуацию. Дмитрий, 70%, я поздравляю, это очень хороший результат. Я так думаю, что дело на поправку пошло уже у вас. Вот, и если у вас процент сырой растительной пищи довольно высокий, скажем, 50, вот, да, пишут здесь 70, то это, конечно, намного более выигрышная ситуация, и у вас процессы пищеварительные должны идти намного быстрее, намного лучше, соответственно, у вас должно быть меньше проблем. Но это еще не все. Так, Елена, от сырой пищи вздывается живот, не знаю почему. Я знаю почему, сейчас тоже объясню. Так, давайте, значит, разобрали мы про брожение. Понятно, да, что процесс брожения – это тогда, когда мы запускаем фрукты после крахмалов, тогда, когда мы фрукты соединяем с крахмалами, например, овсяная каша с сырой курагой. Да, или с сырым изюмом. Это прям вот прям брожение в квадрате и в кубе. Так, причем, если вы съедаете крахмалистую пищу прям с утра, то вам в этот день уже вообще нельзя фрукты есть, потому что они по-любому догонят ваши крахмалы. Теперь давайте разбираться с процессом гниения. Так, что может гнить? Напишите мне в чате, пожалуйста, что у нас внутри может гнить. Что вообще гниет? Что в тонком кишечнике может гнить?
Ну, можете прямо вот из этой вот, из этого круга наших продуктов, да, взять какой-то продукт или какие-то продукты, которые, по вашему мнению, могут гнить в тонком кишечнике. Давайте разберемся. Жду. Так, Наталья правильно отвечает. Мясо. Угу. Правильно, совершенно верно. У нас может гнить животная пища. Совершенно верно, Мария, да. У нас гниет животная пища, потому что гниет у нас ну, плоть, да, животная плоть. Почему она там гниет? Ребят, давайте второй вопрос. Почему животная пища может гнить? При каких условиях она может гнить? Что? Что такое происходит? Почему она гниет? Она, по идее, не должна гнить, да? Ведь у нас же есть ферменты. У нас же есть ферменты, да, для расщепления животной пищи. А почему она гниет? Вот пока вы пишете, да, почему у нас гниет пища, я сейчас прокомментирую. Дмитрий, это, мне читаю, значит, у меня раньше тоже от сырых раздувался живот, но в последнее время перестал. Почему, не знаю. Я знаю, вот почему, Дмитрий. Смотрите, когда... Ну, я же знаю, что вы раньше мало их ели, да? Сейчас стали больше есть. Когда вы увеличили количество сырых овощей, у вас начался процесс очищения кишечника. То есть у вас прям буквально сырые овощи начали отдирать вот, вот тот самый клейстер со стенок. И вот это отдирание, да, процесс очищения, он сопровождался выхлопами, газами. Потому что когда мы что-то отдираем, да, вот эту бродящую массу со стенок кишечника, у нас начинается выход патогенной микрофлоры, и следы ее жизнедеятельности, они вот так вот выходят на поверхность, и это все сопровождается газообразованием, и у вас раздувался. Но вы хорошо почистили свой кишечник, и вы сильно уменьшили количество вот этого клейстера на стенках кишечника, поэтому газы прекратились. Все. И вот это вот совершенно нормальное явление. Это вот, Лена, да, то же самое к тебе относится. Почему? Да, у тебя раздувает. Потому что, видимо, ты не можешь пережить этот период. Раздувает. Мы можем регулировать количество сырой растительной пищи там, от очень большого до среднего. Нужно просто отрегулировать, да, какой ты процент себе даешь сырой пищи, чтобы у тебя и очищение шло, и чтобы все-таки это раздувание было, ну, не слишком сильным и временным. Вот Дмитрий пережил этот период, у него сейчас все хорошо. Потому что нужно дождаться того момента, когда счистится большая часть наслоений, да, с кишки и перестанет раздувать. А еще, Лена, ты знаешь, что чтобы как можно быстрее избавиться от этих наслоений, мы еще и очищаем кишечник, да, и ты знаешь, как мы это делаем. У нас есть специальные мероприятия для этого. Так, вижу ваши ответы. Гниет белок при низком уровне соляной кислоты. Так, смешалось с углеводами, мясо с крахмалами. Долго лежит и ждет своего часа. Очень хороший ответ, Наталья. Так, не хватает ферментов, либо их нет, Мария. Да, тоже хороший ответ. Ага, долго переваривать, Татьяна, да. Не хватает времени на переработку, Наталья, да. Желчь плохо отходит, угу. Да, ребят, в общем-то, вы, в принципе, все правильно говорите, да, то есть, опять же, видите, вы все прекрасно понимаете, вы молодцы. Я вам просто аплодирую, вы все понимаете, и вам теперь осталось только от понимания еще перейти к делу. То есть мясо будет гнить только в том случае, если у него нет хороших условий для расщепления. А условия, которые являются неподходящими для расщепления мяса, это, как вы совершенно верно отметили, недостаточность ферментов, плохой отток желчи, да, ну, нехорошее pH этого сока желудочного, мало клетчатки, мало грубого волокна, совершенно правильно, сочетание животного белка с крахмалами, и вот это вот самое долгое лежит и ждет своего часа. Это обычно бывает, когда люди ужинают мясом, то есть на ужин кушают мясо, да еще и с крахмалами. Вот это вот все вместе создает такие условия, когда мясо очень трудно переваривается,
и человек уходит в сон с непереваренным или недопереваренным животным белком. И если это так, то он начинает гнить, животный белок начинает гнить. Вот так создаются процессы гниения в кишечнике. Вот. Значит, вывод какой, да? Мы сейчас с вами подошли к тому, что вот эта вот самая картиночка, да, с продуктами, это, в принципе, как бы все очень привычно и все как бы хорошо, но вопрос в том, как мы будем это сочетать, как мы это будем распределять и в каком процентном соотношении мы будем давать себе той или иной пищи. Понимаете, к чему мы пришли? То есть мы пришли не к тому, что мы должны от всего отказаться, да? Нет, мы должны выбрать для себя наиболее естественное, наиболее здоровое, наиболее чистое, и мы должны правильно это распределить, правильно соединить и сделать правильную процентовку разных видов еды. Вот в этом и заключается суть здорового естественного питания. И тогда у вас не будет воспалительных процессов. Но в итоге вы их имеете, и в итоге вы получаете вот эти ваши некомфортные состояния. Вздутие, газы, метеоризм, спазмы, колики, боль, дискомфорт. У кого-то запоры, у кого-то поносы, у кого-то дисбактериоз. И что мы делаем в таких случаях? Ну, люди, да, что делают? Начинают, принимаются за лекарства. Слава богу, сейчас, ну, в кавычках, слава богу, да, лекарств сейчас разных много, можно выпить одно, можно пробовать другое, это не подходит, вам врач еще третье выпишет пятое, десятое. В итоге вы много чего перепробуете, но что вы будете иметь в результате употребления лекарств? Ну, вы, может быть, в лучшем случае будете иметь временный эффект, что-то помогло ненадолго, да, а в худшем случае вы не будете иметь никакого эффекта, либо получите побочные последствия, которые, может быть, будут такой ситуации, с которой тоже придется разбираться, опять же, с помощью медикаментов. И получается замкнутый круг. То есть лекарства, они не работают на уровне причины, потому что они созданы для уничтожения симптомов. А причины мы с вами разобрали, да? То есть причины, вы теперь уже понимаете, где они лежат. Они вот здесь, да? Они в вашем руководстве над вашим питанием. Вот как вы себе отрегулируете питание, таковы и будут у вас последствия. А если не отрегулируете, то вот будете вот так вот мучиться все время вздутиями, коликами и прочими. Ну и если уж мы говорим про заболевания, да, желудочно-кишечного тракта, то, между прочим, вот это вот то, что описано как такие наиболее яркие симптомы вздутия, вот эти спазмы, да, это же еще далеко ведь не все проблемы, как вы понимаете, что есть более глубокие проблемы, но я не стала их описывать, потому что более глубокие проблемы, я не могу гарантировать, что за 10 дней их можно разрешить. Такие как панкреатит, холецистит, язвы, колит, ну, там, вплоть до онкологии, да, кишечника. Совершенно понятно, что мы не можем за 10 дней решить глубокие проблемы, которые нарабатывались годами. Но вот то, что описано, да, в этом случае, на этом слайде, то есть отрегулировать вздутие, да, убрать их, решить проблему с запором, отрегулировать вот эти вот диарею, да, это мы можем за 10 дней. Если выстроим себе за эти 10 дней совершенно правильную структуру, да, систему питания, ну и поработаем еще кое с чем. С чем еще, сейчас будем дальше разбираться. Так. Раньше я силком запихивал в себя овощи и зелень. Сейчас я просто кайфую при употреблении зелени и соли. Дополнительно я пью иногда белую глину. Дмитрий, просто бальзам! Просто бальзам! Вообще, ну, как бы, да, я должна признаться, что Дмитрий – это мой подопечный, который получил от меня программу
по питанию. И поскольку Дмитрий долго молчал, я маленько волновалась, думала, как там дела, ничего не пишет человек. А оказывается, дела-то прекрасны. Ну что ж, Дмитрий, я прям от всей души радуюсь. Это, ну, прям вот, прям очень хорошо мне от таких новостей. Замечательно. Молодец, что могу сказать. Молодец. Так, теперь давайте едем дальше, да? Что мы, что делать нам дальше-то? Так, как же мы будем с вами оздоравливать живот? Ну, во-первых, нужно на основе того, что вот мы сегодня разобрали, просто расставить еду в рационе правильно. Но для того, чтобы ее расставить правильно, это нужно все прописать. Поэтому я вот сегодня буду приглашать вас на интенсив. Вот, и кто пойдет, тот будет молодец. Но кто не пойдет, заранее вам говорю, что прописывайте. Те, кто пойдут в интенсив, они, им не надо ничего прописывать. За них я сама все пропишу и все им дам. Они будут только работать по прописанному. Те, кто будут сами с собой работать, пожалуйста, делайте все под запись. У вас на холодильнике должна быть бумажка под магнитиком. На этой бумажке у вас должен быть прописан весь рацион дня, что, зачем, что, с чем, что, в каких пропорциях. И все это должно быть еще и логически и разумно выверено, продумано и просчитано вами, чтобы не запускать процессы брожения и гниения, чтобы ничего не забыть. Вот. Так что расставляйте и просчитывайте. Дальше. Что очень важно? Выстроить здоровый баланс сырой и вареной пищи. Здесь я должна вам сказать очень важную вещь. Вот мы с вами, когда вы писали мне в чате, что является естественным питанием для первозданного человека, да, сырая растительная пища и ну, какая-то животная еда, вы были совершенно правы. Но получается так, что мы с вами все взрослые люди, да, кто-то прожил там 30 лет, а кто-то уже 60, да, или там больше, как я, или многие там мои ровесники. То есть мы с вами прожили уже несколько десятилетий. Ну, я, например, уже, наверное, большую часть жизни прожила, я так предполагаю. Хотя хотелось бы думать, что половину. Да, хотелось бы думать, что я прожила половину жизни. Но ладно, не будем так уж это загоняться на очень большой отрезок. Но мы прожили много лет, и при этом мы все с вами питались традиционным образом. То есть в нашем питании вареная еда занимала очень большое место по сравнению с сырой. Ну вот, скажем, когда я вспоминаю свое детство, я помню, что на завтрак мама нам давала там хлеб с маслом и чай с сахаром. Это вот было всегда. В школе был перекус, у меня были пирожки с повидлом, я покупала их в школьном буфете, мама давала там денежку, да, там 5 копеек стоил пирожок. Это был в школе перекус, и плюс еще было яблоко из дома, да, вот, помните, да, про это сочетание крахмалов с яблоком. То есть с детства мы уже запускали в себе процесс брожения. Дальше приходила я домой, на обед почти всегда были щи, и, может быть, жареная картошка там, с соленым огурцом или с квашеной капустой. На ужин часто была каша. Обычно молочная каша какая-нибудь, там манная, гречневая, что там, рисовая, ну, что-то вот такое. Вопрос, где там была сырая растительная пища? Да, ну, практически не было, за исключением вот этого одного яблочка, может быть, и то не всегда, и там чуть-чуть квашеной капусты или какой-то там, ну, соленый огурец, он даже не является сырой растительной пищей, да, если это из банки, там, какой-то маринованный. Вот, соответственно, да, к чему я это клоню? Что мы с вами прожили очень много лет на вареной пище, как на основной. И поэтому наши организмы привыкли функционировать в этих условиях, в условиях переваривания крахмалистой пищи. Поэтому когда мы резко убираем у себя вареную еду и заваливаем себя обилием сырой растительной пищи, нас может просто разорвать. Вот это как раз случай Дмитрия, да, то, что описывал в начале Пучева.
Елена, да, что 5%, потому что больше не может, потому что начинает пучить. Нас может просто разорвать, ну, я образно, нас не разорвет, но нас, мы будем очень страдать вот от этого вот несварения, да, от тошнота, может быть, там, рвоты, все что угодно. Почему? Потому что у нас нет столько полезных бактерий в кишечнике, чтобы съесть всю эту клетчатку. Лена, вот поэтому может пучить. Поэтому надо поработать с микрофлорой. С микрофлорой, да, с бактериями. Соответственно, значит, нужно подумать про то, как восстановить эти бактерии. Так вот, если мы уберем у себя резко всю вареную еду и оставим только сырую, мы будем страдать довольно долго. И вполне возможно, мы так и не научимся питаться тотально сырой пищей, да, без вареной, и будем все время страдать. Поэтому я считаю, что для нас, современных людей, которые избалованы уже, да, благами цивилизации, обязательно нужно оставлять какой-то процент вареной еды в нашем рационе, ну, почти для всех. Вы знаете, я встречаю крайне мало людей, прямо буквально единицы, которым удалось сделать себе, ну, такое вот сыроедение с животной едой, то есть сырая растительная пища плюс животная еда без участия вареной. Таких людей единицы. Значит, у них вот, вот так все хорошо с микрофлорой. Но даже я не отношу себя к таким людям. У меня в питании присутствует один прием вареной пищи, то есть крахмалистой еды, да, то есть это может быть любая еда вареная, но я сознательно вот ее не убираю. Ну, вот просто я так интуитивно чувствую, что все-таки какое-то количество для баланса вареной должно быть. Поэтому у меня вторым пунктом стоит, что нужно выстроить здоровый баланс сырой и вареной пищи. И вот опять, да, те, кто пойдут на интенсив ко мне по оздоровлению кишечника, для них такой баланс будет выстроен. Те, кто будут сами этим заниматься, вам нужно будет выстраивать такой баланс в процентном соотношении для себя самостоятельно на уровне вашего, ну, вашего чувствования вашего живота, то есть методом проб и ошибок и подбора, то есть методом тестирования. Вот так. Следующий пункт. Как оздоравливать кишечник, да, как добиваться спокойного живота, регулярно очищать кишечник. Способов очищения кишечника довольно много. Ну, то есть это самые разные способы. Это разные слабительные, это какие-то клизмы, разгрузочные дни, всякие там чаи. Слабительные тоже могут быть разные. Это и, там, и условное голодание, и короткое, и длинное, и посты всякие. В общем, много, очень много. Там глина в том числе, эфирные масла, травы. Очень много способов очищать кишечник. И опять же, да, те, кто пойдут на интенсив, для вам будет предложено самое оптимальное средство для очищения кишечника. Те, кто пойдут сами, будете подбирать для себя методом проб и ошибок. Но очищать его обязательно. Вот. Потому что эти наслоения этого клейстера, да, как вы помните, который еще и с гниением перемежается, они уже такие многолетние, и разбираться с ними нужно будет... Ну, довольно хорошо. Так, Наталья задает вопрос. Меняется ли характер человека при смене питания? Что можете сказать лично о себе? Шикарный вопрос, Наталья. Вообще здорово, прям супер. Да, скажу прям 1000%, что да, характер очень сильно меняется. Могу сказать про себя. Да, вот лично мой опыт. То, что у меня было... До 2016 года, каким я была человеком? Я была человеком очень стеснительным, очень мнительным, очень боязливым. Так, каким еще? Неуверенным в себе, нерешительным. Вот таким человеком, знаете, вот такая какая-то плюшка, которая, вот, допустим, есть дверь, да, например, чтобы было понятно,
есть какая-то дверь. И вот за этой дверью, например, человек знает, да, я знаю, что там находится какой-то очень хороший для меня презент, да, что-то нужно дверь открыть и взять это. И вот я буду стоять перед этой дверью, я вот буду вот стесняться, мяться, переступать с ноги на ногу, думать, а могу ли я, а смею ли я, а может постучать, а может не стучать, а что я скажу, когда я войду, а может быть лучше мне уйти, а надо ли мне это вообще, то, что там за этой дверью. И вот как-то так, понимаете, вот, так, вот таким я была человеком. Когда я занялась своим кишечником, занялась своей микрофлорой и получила вот те самые результаты, которые вот на этом слайде. Ну, посмотрите вот на меня в черном купальнике. Но вы можете сказать про этого человека, который стесняется открыть дверь, да? Который что-то жмется, там жует сопли, который что-то там боится, не уверен в себе. Ну, посмотрите на эту женщину. У меня очень быстро и круто все изменилось. У меня я перестала быть неуверенной в себе. Понимаете, когда у человека 100 заболеваний, и вдруг он раз и своими руками себя избавляет, там просто крылья вырастают за спиной, потому что это все без лекарств, это все силой питания, силой очищения кишечника. Это такие крылья за спиной, это такая уверенность в себе, это такое, такая гордость за себя, это такое уважение себя, это такой полет, это такое желание лететь дальше и вести за собой других, что какие там сопли, какой там сопли жевания, там эту дверь я теперь ногой могу распахнуть, влететь туда, забрать все, что мне нужно, и потом вот это все еще и людям раздать. Вот такое у меня сейчас состояние. Вот это вот вечного полета и никаких тормозов, только полный вперед. Вот так, Наталья, я надеюсь, что я хорошо объяснила, да? Вот. И вот это вот изменение, характера, оно же происходит за счет чего? Это не чудо какое-то чудесное, это работают бактерии, понимаете, Наталья? Это работают бактерии. Я же вам говорю, что мы на 90% принадлежим бактериям. И понятное дело, что у нас от состояния, качества жизни этих бактерий зависит все. Не только наше здоровье, но еще и наш характер, да, наше настроение, наши эмоции, наше поведение, внешность, в конце концов, внешность. Вот те, кто... Ну, следят за моими блогами, там, Инстаграм, еще где-то там Ютуб. Вы же, наверное, видели другие мои фото до-после. Очень многие, кто смотрит, говорят, бай, у вас даже взгляд изменился. Да, вот тот взгляд, который был на фотографиях до, это, знаете, прямо как пришибленный какой-то взгляд. Взгляд человека, который такой вот потухший. Сейчас у меня совершенно другое состояние. И это все работа бактерий. Так, как часто надо очищать кишечник, Наталья? Это зависит от состояния кишечника. Вот, допустим, я вот сейчас живу, мой кишечник, ну, в хорошем, я считаю, состоянии. Я не буду говорить, что он в отличном, потому что до отличного состояния, мне кажется, вообще никто не дойдет. Мало кто. У меня хорошее состояние кишечника, поэтому я очищаю его, когда я чувствую, что пора, а я это чувствую. То есть определенные симптомы, когда я чувствую, что пора. Это может быть раз в месяц, это может быть раз в полтора месяца и раз в два месяца, когда как. Летом я вообще могу его не очищать, потому что летом там арбузы, там черешни, там дыни, там помидоры, огурцы. Что там очищать? Там и так все летает просто вообще. Вот, поэтому всегда смотрим на состояние. Это очень индивидуальная история. Как вы относитесь к интервальному голоданию? Ну, я не знаю, что под этим понимать, Дмитрий. То есть это, если это вот это вот 16-8, да, то это нормально. Если что-то еще другое, то не знаю. В принципе, любые виды голодания – это хорошо. Но главное, что нужно делать их с умом, со здравым подходом и с
по ситуации. Так, сейчас мы немножечко дальше продвинемся, а потом у нас будет еще это для вопросов, прям будет целый у нас так отрезочек, и я пойду дальше. Давайте дальше. Значит, еще последний пункт в этом слайде, да, применять вместо лекарств натуральные эфирные масла, которые являются экстрактами растений. Давайте вот сейчас здесь немножечко проговорим, а дальше потом вернусь к вопросам. Значит, смотрите, сейчас про эфирные масла тоже скажу очень важную вещь. Вот я знаю, что здесь среди вас, я вижу вас, кто здесь присутствует, я знаю, что среди вас есть пользователи эфирных масел, которые их приобрели по моей рекомендации, и которые ими успешно пользуются. Но, конечно же, среди вас есть еще и люди, которые вообще никогда не имели отношений, да, с эфирными маслами. Поэтому именно для вас, те, кто никогда не имел отношения, я вам сейчас скажу, что многие люди, в том числе и я, когда-то думали, думают, да, что эфирные масла создаются только для того, чтобы хорошо пахло. Я тоже когда-то так думала. Но я вам сейчас скажу очень важную вещь. На самом деле с эфирными маслами вы очень хорошо знакомы. Вот смотрите, вы идете на рынок и покупаете пучок кинзы. Для чего вы его покупаете? Ну, явно для того, чтобы покрошить салат, да? Или для того, чтобы просто его понюхать? Конечно же, вы покупаете не для того, чтобы его понюхать. Вы покупаете его для еды. Но, между прочим, вот этот самый аромат и вкус, который вы ощущаете во рту, аромат и вкус кинзы, он создается именно благодаря присутствию эфирного масла. То есть вы это эфирное масло кушаете вместе с этим пучком кинзы, но сами при этом даже не отдаете себе отчета, что вы сейчас скушали эфирное масло кинзы. Когда вы чистите апельсин, да, и вот этот жир, который масло, которое вы прям вот корку снимаете, да, и у вас руки такие жирные становятся, вот этот аромат апельсина разносится, и вы там облизываете сок, а вместе с этим соком вы облизываете еще вот эти жирные свои руки. Что вы делаете? Вы кушаете эфирное масло апельсина, потому что оно содержится в кожуре, и вы его выдавливаете ненароком на ваши руки, и вы его съедаете. Можно приводить еще много примеров того, как вы употребляете эфирные масла. Например, вы завариваете себе мятный чай. Вы пьете мятный чай и наслаждаетесь, да, вот этим вот ароматом мяты, вот этим холодком, вот этой такой бодрящей свежестью. Что вы делаете? Да, вы пьете чай, но вы еще при этом кушаете эфирные масла, потому что они содержатся, эфирное масло содержится в листьях мяты перечной и в стеблях тоже, и вы его кушаете. И вот так вот, какую бы еду мы ни взяли, ну, то есть не всякую, конечно же, еду, но очень многую растительную еду, которую вы употребляете, вы ее кушаете именно из-за эфирных масел, потому что она и ароматная. Так вот, эфирные масла – это то, с чем вы знакомы давным-давно, буквально всю свою жизнь. Вы имеете с ними контакт, но только вы не отдаете себе в этом отчет. Натуральные эфирные масла, которые мы используем вместо лекарств, это есть экстракты целебных растений. Они добываются из разных частей растений, да, из, можно из листьев, из цветов, там, из корней и прочих частей. Но это уже, то есть отдельная песня, да, это уже отдельная история, из чего добываются эфирные масла, но мы их благодаря науке ароматерапии и благодаря тем знаниям, которые дошли до нас со времен Древнего Египта, там, Древней Персии, мы можем иметь сейчас такой продукт волшебный, как чистое эфирное масло, благодаря вот этим всем знаниям научным, которые до нас донесены с древнейших времен.
Вот это очень большая заслуга человечества в том, что мы с вами имеем возможность пользоваться такими достижениями богатыми. И мы, собственно, и пользуемся. И вот смотрите, чем мы пользуемся с помощью эфирных масел. Во-первых, эфирные масла, вот те, кто здесь есть у нас в чате с эфирными маслами, пользователями, поставьте, пожалуйста, плюсики, кто пользуется эфирными маслами, чистыми маслами терапевтического класса, и кто получает от них уже какой-то эффект. Поставьте плюсики, чтобы я видела. Значит, почему эфирные масла очень быстро действуют и работают на уровне причины? Объясняю, почему. Потому что молекула эфирного масла – это очень маленькая молекула. Это самая маленькая молекула в мире. Вижу ваши плюсы, девчонки, отлично. Отлично то, что вы пользуетесь, и то, что получаете результаты. Замечательно, я рада. Вот. Как маленькая молекула может проникнуть в клетку человеческого тела? Очень просто. Во-первых, потому что она маленькая, и она умещается в клетку. А во-вторых, потому что она липофильна. Липофильность – это означает сродство с жирами. То есть это способность проникать сквозь жировую оболочку клетки. Вы знаете, что клетка окружена мембраной. Да? Это такая защитная оболочка, она жировая, но молекула эфирного масла может проникнуть сквозь эту оболочку, потому что она сама является жиром. Да? Эфирное масло – это жир. Поэтому жир с жиром соединяются, молекула эфирного масла проникает в клетку и начинает работать внутри клетки на уровне целителя. То есть исцеляет ваши клетки, работать с вашими воспалительными процессами, потому что это целебное растение. Но, понятное дело, мы должны знать, какое эфирное масло к какой проблеме применить. Дальше. У эфирного масла очень высокая скорость проникновения в кровоток. Почему? Потому что, опять же, это очень быстрая, это очень маленькая молекула, да? Поэтому она очень быстро проникает. А во-вторых, эфирное масло, само слово эфир, да, это что это? Это воздух. То есть, по сути, это скоростная ракета, которая несется с огромной скоростью и не знает преград. Потому что у нас воздух вообще не знает преград, да, он может проникать куда угодно. Вот мы с вами вдохнули воздух, и все, и мы уже имеем его в клетках, кислород, да, потому что это моментально происходит. Вот точно так же работают эфирные масла. Мы вдохнули эфирное масло, и оно тут же, в ту же секунду проникает к нам в кровоток и разносится по всему организму, по клеткам. Вот так работают. Так, и почему эфирные масла работают на уровне причины, то есть убирают воспалительную среду? Потому что они добываются из целебных растений. То есть натуральное эфирное масло, настоящее, на 100% натуральное масло, это всегда чистая выжимка, чистая эссенция или экстракт целебного растения. Никогда натуральное эфирное масло не будет иметь искусственных примесей, загрязнений, каких-то синтетических там добавок, отдушек и прочее, прочее, прочее. Это всегда будет чистая выжимка. Ой, я надеюсь, что вы еще пока не очень устали, что вы еще меня слушаете, и внимание ваше не рассеялось, потому что мы уже полтора часа с вами говорим. Так, давайте, прежде чем я начну дальше пойду, я все-таки немножко поотвечаю на вопросы, да, чтобы вы у меня тут были тут со мной, а не уснули под мой монотонный голос. Многие говорят, что под мой голос хорошо засыпается. Не знаю, правда или нет. Так. Сейчас. Так. Так, так. Так, если утро начинать с фруктов, у которых огромный гликемический индекс, и на это выделяется большое количество инсулина, то быстро наступает чувство голода, а сахар скачет высоко и быстро опускается.
Не могу сказать ничего, тут знака вопроса нет, поэтому я не поняла, вопрос это или не вопрос. Я начинаю утро с фруктов. Я не считаю, что это огромный гликемический индекс, потому что фрукты состоят в среднем на 50/50 глюкозы и фруктозы. Если вы съедаете кашу, это крахмалы. Крахмалы расщепляются на 100% глюкозу. Если мы съедаем фрукты, это только 50% глюкозы, остальные 50% – это фруктоза. А есть фрукты, у которых фруктозы больше, чем глюкозы. На фруктозу инсулин не требуется, поэтому гликемический индекс нас вообще не волнует в данной ситуации. Вот. Не знаю, я никакого быстрого чувства голода не испытываю, сахар у меня не скачет, у меня все нормально со здоровьем и с инсулинорезистентностью, и с сахаром у меня все в порядке. Вот, поэтому и мои подопечные то же самое могут подтвердить. Поэтому не могу сказать, что это прям какая-то аксиома. Нет, это, скорее всего, какие-то надуманные выкладки диетологов, на которые люди ведутся, но на самом деле жизнь показывает обратно. Так, вопрос. Вход в УГ необходимо входить в зависимости от цикла месячных или это не важно? Не важно. А если кишечник привыкнет к очищению, очень хорошо, что он привыкнет к очищению, пускай привыкает, это здорово, он должен очищаться. Так, ведь не зря с утра советуют медленные углеводы, каши, советуют диетологи. Вот мы не диетологи, мы здесь про натуропатию. Диетология и натуропатия – это абсолютно разные направления, вот такие, которые идут в разные стороны, север, юг, поэтому мы не будем их обсуждать. Вот те, кому нравится идти с диетологом, пусть идут с кашами и с диетологами. А мы здесь про спокойный живот и про корректную работу кишечника. Вот. Можно ли без клизм перейти к правильному питанию и периодическому голоданию? Можно, конечно. Так, лимон добавляю в воду и пью на тренировке. Отлично. Мое любимое – это ладан. Супер, Дмитрий, отлично. Только самое главное, чтобы бутылка, в которую вы добавляете сок лимона, это масло лимона, не была из дешевого пластика. А то произойдет реакция химическая, и вы можете отравиться пластиком. Так. Обожаю эфирные масла, плотно вошли в мою жизнь и заменяют лекарства из аптеки. Супер. Так, какое ваше отношение принимать спирулину и хлорелу во время ОГЭ? Нет, во время ОГЭ мы не принимаем спирулину и хлорелу, потому что это пища. Так. Любая каша создает такой эффект нездоровья. Нет, Мария, не любая каша создает такой эффект. Смотрите, до каш мы отводим определенное место в жизни, но только всего лишь определенное. Во-первых, мы не едим их, ну, я не советую есть их каждый день, потому что это все-таки это зерна, а зерна не являются естественной пищей для человека. А во-вторых, мы не едим их перед фруктами. Вот, поэтому оставляем их как часть нашего питания, но знаем их место, где, и знаем их сочетание с чем, ну и не очень часто их кушаем. Вот. Скажу вам так, когда я модернизировала свое питание на протяжении этих 8 лет, у меня каша раньше была 2 раза в день, до 16 года, потом она у меня стала 1 раз в день, но каждый день, потом она у меня стала там где-то 3 раза в неделю, потом она у меня стала 1 раз в неделю, а сейчас она у меня, ну дай бог, 1 раз в месяц. 1-2 раза в месяц у меня каша, остальное время мне просто ее не хочется. Вот поверьте мне, наша микрофлора, она знает, что ей лучше для идеальных условий жизни. Каша или там какие-то овощи. Или фрукты, да, она знает. Микрофлора сама выбирает нужное и вам подсказывает. Все, что вам нужно, это услышать ее голос. Голос вашей микрофлоры в вашем животе. Если вы мне не верите насчет каши, да, что она, ну, что зерна у нас не являются естественным питанием, проведите такой эксперимент. Возьмите сырые зерна, любые, там, гречку или
что у нас еще сырое, да, ну там, перловку, ну, все что угодно. Просто немножко и пожуйте. Вот сколько вы сможете этого съесть? Ну, не знаю, сколько вы сможете. Вот сколько сможете, столько съешьте. Но только запивайте водой, а то у вас, пожалуй, вот ком станет, да, еще какая-нибудь там непроходимость начнется. Спустя какое-то время, ну, там, через сутки, проверьте ваш кал. Вот все, что вы съели, разжевали эти зерна, они выйдут точно в таком же виде, неизменном, как вы их проглотили. Целиком там, или напополам разгрызанные. Они не переварятся. Потому что у нас в организме нет ферментов, которые расщепляют эти зерна. Соответственно, делаем вывод. То, что мы эту кашу варим, то есть термически готовим, это еда приспособленная. Как мы к ней приспособились, это вопрос к историческим событиям. Да? Это там голод, наверное, может, там мерзлота, неурожай и так далее, и так далее. Там войны и так далее. То есть это уже вопрос цивилизации. Но то, что это не основная еда, это 100%. Так, Олечка, у нас тут, это я к своей помощнице обращаюсь, у нас здесь поступают уже запросы «хочу на интенсив». Пожалуйста, размести ссылку, кнопку на интенсив под слайдами. Ты ее уже размещал, но что-то я ее не вижу. Вот если ты меня слышишь, пожалуйста, размести эту кнопочку, потому что вот я вижу, всплывают надписи, уже люди просятся на интенсив. Так, о, спасибо. Ага. Ребята, кто уже захотел на интенсив, смотрите, видите, идет регистрация на интенсив, кнопочка. Можете прямо сейчас сразу жать и переходить. Сейчас мы тоже будем к этому приблизимся. Так, какое ваше отношение к лектинам? Марин, лектины – это белки, да? Ну, белки растительные. То есть мы контактируем с белками, мы едим животные белки, мы едим растительную пищу, которая практически вся содержит белки. Там где-то лектин, где-то глютен, где-то и лектин, и глютен, там другие белки. Мы всегда контактируем с белками. Бояться белков растительных и животных нужно только тому, внимание, у кого уже есть аутоиммунный процесс в организме. То есть у них синдром дырявого кишечника, он пропускает нерасщепленные белки в кровь, и это провоцирует аутоиммунный процесс. Если у вас нет синдрома дырявого кишечника, если у вас в принципе нет аутоиммунных заболеваний, и вы особо не жалуетесь ни на что, вы можете не бояться лектинов и смело кушать все, что их содержит. Там бобовые, эти посленовые, орехи, там семена и так далее. Ешьте смело, ничего не бойтесь. Так, живая каша – это же не крахмал. Я не знаю, что такое живая каша. Можно ли запивать еду водой или чаем? Но если хочется, значит, можно. Так. Вашу книгу «Шашлык на десерт» знаю наизусть и активно пользуюсь. Мария, супер, отлично. Так, Дмитрий, перестал варить гречку, ем сырую, насыпаю нужное количество, промываю теплой водой, замачиваю. Ну да, в принципе, вариант. Так, ладно, переходим дальше мы к нашему следующему слайду. Давайте немножечко подробнее про эфирные масла. Я на них остановилась, да, но тут вот начала отвечать на вопросы. Все-таки прошу ваше внимание, еще очень вас прошу, соберитесь с мыслями, мы скоро уже закончим. Давайте про эфирные масла. Почему это важно? Почему это важно знать про эфирные масла? Ребята, не спите, проснитесь. Потому что мы ими можем заменить лекарства. Вот эти вот все самые ваши амезы, там, что вы еще используете для там, анальгины, спазмолгоны, что вы, какие вы еще лекарства. Я просто не помню названия, потому что я уже много лет их не употребляю. Вот это же все побочные эффекты, и вы понимаете, да, что побочные эффекты – это снова опять употребление каких-то лекарств. То есть ничего хорошего не получается. Так вот, эфирные масла могут заменить нам лекарства. Перед вами сейчас на слайде эфирная смесь, которая называется Digest Zen. Это одна из смесей из набора эфирных масел Дотера.
которыми я занимаюсь. И посмотрите, из каких масел состоит эта смесь. Имбирь, фенхель, кориандр, перечная мята, эстрагон, анис, тмин. Я на 100% уверена, что вы все знаете эти названия. И что все эти названия абсолютно у вас ассоциируются с пищей. Имбирь – пища, фенхель – да, пища, кориандр – да, мята, эстрагон, анис, тмин – это все пища. То есть все эти масла, которые входят в эту пищеварительную смесь, это пищевые эфирные масла терапевтического класса. То есть это масла, которые можно употреблять в пищу. И когда они сошлись воедино вот в этой смеси, которая называется пищеварительной, это дало эффект оздоровления кишечника на его клеточном уровне. То есть что делают фенхель, например, да, и перечная мята? Они убирают газы из кишечника. Что делает имбирь, например, и эстрагон? Они улучшают и ускоряют пищеварительные процессы. И так далее. То есть эти масла в комплексе работают как убирающие воспаление, убирающие вздутие, дискомфорт и боль, улучшающие пищеварительный процесс, убирающие тошноту, убирающие там всякие другие неприятные явления, которые вы испытываете, связанные с дискомфортом, да, там запоры, понос, дисбактериоз и прочее. И все это в одном сошлось, в одной пищеварительной смеси. Запомните это название «Digest Zen». Очень скоро вы поймете, почему я вам советую это. Дальше едем. Эфирное масло Копайба. Это обезболивающее эфирное масло. Производится оно из смолы копайских деревьев, которые растут в Южной Америке. Кто живет не в Америке, а вот мы с вами, да, это нам растение не знакомо. То есть мы вживую его не видели. Но оно растет. И мы с вами можем иметь его в своих руках, потому что нам его дают в виде эфирного масла, то есть которое сделано, не сделано, а добыто из смолы этих деревьев. Так вот, одно из активных веществ, действующих этого масла, это кариофилен. По силе он сравним с нестероидными противовоспалительными препаратами. Ну, слышали, да, эти все эти диклофенак, кетарол, там, метотрексат и так далее. Вот копайба, эфирное масло, по своей силе, оно приравнивается и даже лучше лекарств, потому что оно обезболивает и потому что оно имеет противовоспалительные свойства, то есть убирает воспаление. Поэтому запомните это слово копайба, оно тоже пригодится. И еще одно масло я хочу отдельно сказать. Казалось бы, что здесь такого особенного? Грейпфрут. Всем знакомый вам фрукт, да? Все вы его прекрасно знаете. Из кожуры грейпфрута добывается эфирное масло грейпфрута, которое имеет очень сильное, очень мощное противовоспалительное свойство. Настолько мощное, что его называют природным антибиотиком. Настолько мощная, что когда человек принимает какие-то антибиотики, лекарства, ему не рекомендуется параллельно принимать еще и это масло, потому что ну, это будет просто эффект какой-то там, бомбы, не разорвавшейся. Да? То есть либо масло, либо лекарство. И плюс еще это масло, оно может некорректным образом воздействовать на действие лекарства, и оно может быть либо усилено, либо ослаблено, либо нейтрализовано. Вот. То есть настолько мощным является это масло. Оно хорошо тонизирует, ощелачивает среду, внутреннюю среду в организме. И, что важно для тех, кто имеет лишний вес, оно обладает жиросжигающим эффектом. Мы просто добавляем его в воду и пьем с водой. Итак, сейчас я приглашаю вас на интенсив. Значит, что это такое, что это за мероприятие? Он так и называется. Спокойный живот за 10 дней. Я вам немножко выше, да, там говорила, что я не могу обещать и гарантировать, что мы можем убрать сложные состояния, такие как панкреатит, например, да, и холецистит,
за 10 дней, но убрать неприятные симптомы, которые вам очень сильно досаждают, мы совершенно спокойно можем за 10 дней, и мы будем этим заниматься на интенсиве. Что вы получите на этом интенсиве? Как я уже сказала, это будет готовый рацион на 10 дней из самых обычных продуктов, которые вы просто будете брать и применять на этом интенсиве под моим контролем. Что значит мой контроль? Это значит, у нас с вами будет общий чат, и в этом чате мы с вами будем корректировать этот мой рацион под каждого из вас индивидуально, с учетом ваших личных потребностей и ситуации. То есть как бы за основу берем один рацион, но будем его корректировать с учетом каждого индивидуально. Так, дальше мы будем с вами изучать правила естественного питания, ну, основных их 5, но и там плюс еще дополнительные всякие фишки, чтобы вы их освоили на зубок, чтобы вы их знали как 2x2, чтобы вас ночью можно было разбудить, и вы бы отшпарили их наизусть, все 5 правил естественного питания, чтобы можно было уже больше не вешать их на холодильник под магнитик, и чтобы у вас весь ваш рацион в вашей дальнейшей жизни после этих 10 дней интенсива строился на основе этих правил естественного питания, чтобы вы никогда не забывали, каким образом возникает процесс брожения и гниения, и как вам от него оставаться в стороне. Что еще будет на этом интенсиве? Вы научитесь использовать пищевые эфирные масла для своего идеального пищеварения и для своего спокойного живота. Это как раз будут вот те самые 3 масла, о которых я вам рассказала. Это масло Копайба, масло грейпфрут и пищеварительная смесь Digest Zen. Где вы их возьмете, сейчас тоже скажу. Так, ну и у нас с вами интенсив будет проходить в группе Telegram в режиме вопросы и ответы. То есть будете получать готовую информацию в группе Telegram, будете идти по моему плану, будете делать все, что я вам прописываю, будете отчитываться в этой группе о том, какие результаты вы получаете, наблюдать за тем, как у вас исчезают ваши неприятные симптомы, как у вас успокаивается ваш живот, как, возможно, ваш живот уменьшается в размерах, как он перестает выпучиваться, да, и что вы получите на исходе 10 дней. Все это мы будем с вами наблюдать, транслировать в чате, как у вас все это будет происходить. Так, дальше. Это результат, который вы получите. Вот этот результат я вам гарантирую на 100%, если вы будете соблюдать все, что я буду вам рекомендовать на этом интенсиве. То есть все уберете, все ваши боли, дискомфорты, стул нормализуете, почувствуете себя более легко. Это гарантированно. Дальше. Каждому участнику интенсива я дарю 3 флакона масла. Вот тех самых масел, о которых я уже сказала. Масло грейпфрута, копайбы и пищеварительная смесь Digest Zen. Это вы получаете в подарок. Плюс будет вам выслано это на ваш домашний адрес Почты России. И плюс каждый получит еще и электронные брошюры, инструкции, методички по применению этих масел. Это вы получите. Ну и переходим непосредственно к условиям. К условиям, как попасть на интенсив. Значит, начинается он 1 апреля, закончится он 10 апреля. Набор я провожу сейчас очень-очень срочно, потому что нам с вами нужно будет время для того, чтобы вы успели получить ваши посылки с подарочными маслами. Стоимость участия в интенсиве 16 130, но не для вас. Для вас, кто сейчас на вебинаре, стоимость 9 130, то есть на 5 000 дешевле. Это все. Никаких других дополнительных закупок вам не нужно будет делать.
это сумма участия, плюс получаете подарочные масла и, собственно, все. Но при условии, что вы оплачиваете участие в интенсиве в течение суток с момента окончания вебинара. То есть я засекаю, да, ставлю таймер. Закончился вебинар наш с вами, и ровно сутки стоимость участия в интенсиве будет 9130 рублей. Как только сутки проходят, я поднимаю стоимость на 1000, и это будет происходить каждые 24 часа. Почему я это делаю? Потому что мы сейчас с вами решаем вопрос жизненно важный. Живот – это жизнь. Раздумывать здесь некогда. Если у вас проблемный живот, и если вам нужно решать эти проблемы прямо сейчас, значит, решение принимать об участии в интенсиве нужно прямо сейчас. Если вы тянете резину, да, жуете сопли и думаете, принимать или не принимать, ну, значит, для вас тогда ставка увеличивается за вашу нерешительность. Считайте, что это вам ваше пени. Вы можете переходить на страницу презентации этого интенсива прямо сейчас по кнопке. Вот моя помощница поставила вам кнопочку «Регистрация на интенсив». При нажатии на эту кнопочку вы попадаете на страницу презентации интенсива. То есть посмотрите, что там будет, что вы получите и как подать заявку. Вот. Подаете заявку мне в личное сообщение, мне или тому человеку, который вас пригласил на этот вебинар. Я думаю, что по условиям все понятно. Но это еще не все. Я должна еще ответить на ваши вопросы, и поэтому я сейчас на них отвечаю. Так. На интенсиве будут рекомендации по питанию при аутоиммунном заболевании щитовидки? Да, обязательно. Так, при синдроме раздраженного кишечника на фоне, скорее всего, ревматоидного артрита дайджест Zen показано. Да, совершенно верно. Так, у кого есть эти масла, напишите мне в любом случае в личку, мы разберемся, да, с этим вопросом, я скажу, какие условия вступления на интенсив. Какой объем эфирных масел? По 15 мл каждое масло. Чтобы вы понимали, что такое 15 мл, это примерно 300 капель. Порция на один прием – это одна капля. То есть 300 капель – это 300 приемов. То есть это очень большое количество дней, даже месяцев, я бы сказала. То есть этого хватит очень-очень надолго. Даже если вы будете принимать, допустим, 3 капли в день, 3 раза, да, по капле, то один флакон на 100 дней. 100 дней – это практически 3 месяца. Вот на какой большой промежуток времени вам их хватит. За 3 месяца можно очень хорошо поработать со своим животом и сделать его полностью здоровым. Задавайте еще вопросы, я вам пока покажу результаты до-после моих подопечных. Вот молодой человек, ну, шел по моим книгам, да, по моим там записям на Ютубе, посмотрите, что он сделал со своим животом. То есть это абсолютно, да, плоский живот по сравнению с тем, что было. Ну и, естественно, мы понимаем, что это не просто форма, да, это не просто форма, это еще и состояние внутри. Еще результаты. Смотрите, какие шикарные девчонки, да? Был живот, нет живота. Прекрасно поработали с микрофлорой. Вот тоже замечательный результат. Смотрите, это просто вот то, что вверху вы видите мужчину, это просто вот какая-то сказка. Ну, скажите, вот как можно себя, да, вот так преобразовать свой живот, имея вот такую большую проблему, как здесь на верхнем, да, на верхнем фото, и привести себя в совершенно нормальный человеческий вид. Это все абсолютно в руках. То есть я вам показываю просто живые примеры людей, которые прошли через мои руки, да, через мои программы. И я вам специально показываю слайды из старых времен. Вот внизу видите слайд 18-й год, да, 2018 год. Чтобы вы понимали, что
вот то, что я вам сейчас говорю, это ну, не что-то новое, что это давно уже, это уже в течение там, 8 лет все это отрабатывается, и уже очень многие люди получают результаты благодаря вот этим правилам, о которых я сегодня вам рассказывала. Вот, посмотрите, тоже шикарный результат. Буквально декабрь 2019 года, да, животик, и февраль 2019, посмотрите. Вот, нет, там 20-го, там опечатка у нее, она потом исправилась. Февраль 20-го. Совершенно уже плоский живот, уже все, исправлена вся проблема. Так, ну что, мы заканчиваем наш вебинар. Значит, сейчас переходите по ссылочке, да, по этой кнопочке, вот по этой, по оранжевой, на страницу презентации интенсива. Принимайте решение, да, подавайте заявку в личку мне или тому человеку, который вас пригласил. И делаем это оперативно, потому что у нас времени очень мало. Нам нужно получить, вам нужно получить посылочки с маслами, потому что они нам будут очень нужны на интенсиве. Именно благодаря эфирным маслам мы за 10 дней сможем справиться с вашими проблемами очень быстро и полностью. То есть без масел, наверное, я бы сделала этот интенсив длительностью дней 20 или 30. Но именно с маслами мы это делаем за 10 дней. Поэтому принимайте мой подарок, записывайтесь на интенсив. Жду ваше сообщение в личке. Вот на этом я заканчиваю мой вебинар. Благодарю вас, огромное вам благодарю всем за участие, за вашу активность, за ваше неравнодушие, за ваши хорошие вопросы. И жду вас на интенсиве. Все, всем хорошего вечера.